Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про особенности собачьего иммунитета. У собак, как и у людей, есть иммунитет – естественный барьер, защищающий организм от вредных воздействий окружающего мира. Он истребляет большую часть вирусов и бактерий еще до того, как они попадут в кровь животного. Как работает иммунитет у лающих и чем он отличается от человеческого? Давайте разбираться. Итак, представляем вам 4 особенности собачьего иммунитета. Принципы работы собачьего иммунитета следующие. Специальные клетки в теле собаки, фагоциты, отвечают за уничтожение вредоносных бактерий, вирусов и грибков, попадающих в организм животного. Фагоциты поглощают и переваривают инородные вещества, а после выводят их из организма. Со слабыми вредителями фагоциты справляются самостоятельно. Такая работа этих клеток проходит незаметно для самочувствия питомца, а вот в случае с сильными вирусами фагоцитам приходится звать на помощь другие клетки – лимфоциты. Они производят особые антитела – иммуноглобулины, которые убивают бактерии. Такая работа организма сопровождается, как правило, повышенной температурой и слабостью у собаки. Собаки, как и люди, обладают врожденным и приобретенным иммунитетом. Благодаря врожденному иммунитету лающие не могут заболеть такими опасными для человека заболеваниями, как ВИЧ, ветрянка и сифилис. В то же время для них опасна чума плотоядных, которой люди имеют врожденный иммунитет. В первые дни жизни приобретенный иммунитет у собак формируется благодаря молоку матери, а после создается искусственно с помощью вакцинации. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Из-за чего может снизиться собачий иммунитет? Как правило, основные причины следующие. Заражение паразитами, стресс, неправильное питание, хронические заболевания. Также иммунитет у лающих падает после операции, родов и при длительном приеме антибиотиков. Может повысить собачий иммунитет. Положительно влияют на иммунитет лающих регулярные физические нагрузки, правильное питание со всеми необходимыми для животного витаминами и минералами, а также вакцинация. Мы перечислили основные особенности собачьего иммунитета. Берегите своих лающих и не забывайте про правильный уход за ними. Именно последний способен поддерживать иммунитет собаки на должном уровне. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!